Друзья, маленький проект такой, как всегда, быстренький и простой. Сделала, вырезала уже из пуловер 128 для Микушки, моего сыночка. Здесь намечу, здесь перед. Я даже не надрезала. Уже наизусть этот пуловер знаю. Быстренько сделаю такой маленький пуловерок. Такую расцветку покажу сейчас вам. Нашла в шкаф. В шкафу у меня кто-то дарил эту ткань, не помню. Такая, такие мишки лесные, да? Лес и мишки такие интересные. Думаю, и такая, знаете, вот двойная ниточка, которая очень мягкая, очень тепленькая. Лежит ткань, знаете, мне потихоньку нужно как-то этот шкаф разбирать. Вот она, выкройка. И рюкзак. Сейчас быстро смастерю все вместе. Кофточка. Простой такой объект. И, кстати, очень легко шьется, да, очень-очень легко шьется. Сейчас плечики сошью вместе, в первую очередь. Потом вставлю рукав сразу внутрь и прошью бока вместе с рукавом. А потом буду вставлять везде вот эти кашкасе резинки. Вот они. Выкройка, как всегда, пуловер, базовая выкройка. Вот. Сейчас это вместе все соединю. Это передняя часть, это задняя часть. И быстро прощу вверх, вниз. Вот такой будет тепленький пуловер для джемперок такой маленький, или как называется. Ну вот, пуловер такой лесной. Буду мастерить быстро за машинку. Кстати, у меня машинка сломалась. Моя вот швейная машинка. Покажу. Вот она. Она все шьет, меня никто не остановит. Но, видите, лампочка больше не горит. В темноте шью в последнее время. Ну, надо сейчас мне кое-какие заказы доделать, и потом пойду с ней. Первый раз моя машинка сломалась, друзья. Прям как назло, знаете, как показала только в YouTube, супер машинка никогда не ломалась. Вот у меня лампочка сейчас сломалась, мне нужно лампочку заменить. Сама пыталась вытащить ее изнутри, не получается. Мне нужно обязательно показать ее эксперту. Потому что я боюсь ее всю вот эту пластиковую, ну, вот этот фокрайдинг, вот это все корпус снимать боюсь сама. А вот так пальцем вытащить эту лампочку невозможно. Ну, буду советоваться тогда. Ну, а так она шьет, можно еще шить, но нужно специально подсвечивать чуть-чуть, чтобы не сильно темно было. А я сейчас буду все шить на верлоке. На верлоке мне вот сейчас можно шить. Вот мой оверлок. Ставлю вас сюда на нужное место. И будем вместе сейчас мастерить. Мы будем.
Ну вот, друзья, что получилось у меня, полный дом детей. Все, конечно, как всегда, я наверх, они все за мной. И поэтому мне так счется хорошо, всегда весело с детьми. Придумала, что сделала сюда такую синюю с полоской. Сюда хорошо подходит. И даже зелененькая, может быть, потому что темно-синяя с темно-синей полоской. Здесь промежутки темно-синяя и темно-синяя ткань. Хорошо получилось, мне нравится даже. Я, знаете, когда мне ее подарили, я думаю, что за ткань? Я вообще терпеть не могу такое темное. А слушайте, классно получилось. Мне нравится. Очень-очень нравится. Завтра, наверное, при хорошем дневном свете сделаю красивую фотографию для Инстаграма. Кстати, вы очень многие меня смотрят на Ютубе, мало подписаны на Инстаграме. Прошу вас подписаться на мой Инстаграм. Мне, конечно, помощь. Так что сейчас последние дни уже есть подписки, но слабо-слабо Инстаграм мой идет. С удовольствием бы жду вас на моем Инстаграме. Я там очень часто тоже интересные видео выставляю. Интересные фотографии тоже красивые. Прошу подписаться. Ну вот, сделала кофточку. Сейчас моя дочка прибежала. Что мне? И начала клянчить вот с этой ткани. Нашла ткань в моем шкафу. Танцевальная ткань. Когда-то делала из этого платье. Остаток сладок. Сделать Барби наряд. Ну, буду сейчас придумывать что-нибудь. По идее, у меня план на адвентский календарь сделать все 24 платьишка и разложить по мешочкам. Он будет сейчас что-нибудь придумывать красивое из этого. Не знаю еще что, но я думаю, что сделаю вот тяжку такую. И сделаю еще такую тюль лиловую, найти надо. Юбочку лиловую, может, сделаю. Показывай. Пифинес здесь. Сын. Я. Сын. Я не принцесса, да? Вот так можно детей счастливыми сделать.